Добрый день, друзья! С вами Екатерина Терова, и вы на канале «Гид по моде в городе». А сегодня у нас рубрика «Распаковка». Я покажу вам приобретение в бренде «Анигма». Обзор магазина бренда «Анигма» я делала совсем недавно, и выпуск с обзором есть на моем канале. Ссылку на него я оставлю в описании к этому видео. Но сегодня посмотрим, какую вещь я выбрала для своего гардероба в этом бренде. Прохладный сезон и, конечно же, актуальна верхняя одежда. А я выбрала для себя жилет. Стеганая модель. В общем-то, жилет уже не первый сезон является трендовой моделью и актуальной в гардеробе. Ну и действительно, это удобно, комфортно и разнообразит ваш образ в прохладный сезон. Давайте посмотрим, как выглядит этот жилет на фигуре. Я расскажу о нем более подробно и как, с чем его можно носить. Я примерила модель жилета на фигуру. Давайте посмотрим, как он выглядит в том виде, как он задуман. Модель под пояс. На кнопках можно застегнуть все кнопки полностью. Если не погода, если вам холодно, если вы одеваете жилет также на тонкую вещь, как в моем случае, то вот полностью можно закрыть, и это будет теплая вещь. Карманы объемные, накладные, на кнопках также. Если их застегнуть, это будут просто декоративные элементы, ну, а если расстегнуть, можно использовать их функционально. Пусть вас не смущают объемные проймы, это задумано так, чтобы вещь можно было носить на какую-то другую верхнюю одежду, например, на легкие куртки, на джемпер, на худи. Соответственно, вещь должна сохранить свою форму и комфорт движения. Пройма на жилете обязательно будет шире. Ну а если вы носите также на легкую вещь, как у меня, это просто выглядит как элемент стиля. Объемный воротник, воротник-стойка, тоже защищает вас от прохладной погоды. Ну и цвет, классический бежевый цвет, нейтральный. Можно его использовать как вещь в комплекте незаметную, а можно обыграть как акцентную, если будете носить контрасте, например, как я с черным цветом. Ну вот мы и посмотрели, как выглядит этот жилет на фигуре, какие образы с ним можно составить. Понятно, что эта вещь очень практичная, удобная, комфортная, и в том числе это дополнительный аксессуар в ваших образах. Давайте посмотрим еще цену жилета. Цена жилета 6400 рублей. Кстати говоря, в бренде Анигма даже в текущем сезоне есть клиентские лояльности, и вещи можно купить по сниженной цене. Если говорить в сравнении с другими брендами, да, или стоимость на рынке, оптимальна она или нет, то да. Я могу сказать, что сравнивая цены в разных брендах, примерно такая и есть. Это средняя стоимость на модель стеганого жилета. Где-то от 4,5 до 8 тысяч цена на стеганый жилет. Но если мы считаем, что это 6400, то это действительно средняя и оптимальная цена. Выбирайте по фасону, выбирайте по концепции бренда, какой вам комфортен, какой вам удобен. Я для себя выбрала жилет в бренде Анигма. На этом распаковка бренда Анигма на сегодня завершена. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. Пишите комментарии и, конечно же, подписывайтесь на мой канал. Ну а я в описании к этому видео оставлю ссылку на сайт магазина Анигма, а также конкретно на модель жилета. Ну и все контакты магазина также оставлю в описании к этому видео. На этом на сегодня выпуск завершен. Благодарю вас за просмотр. Всего доброго и до новых встреч. Пока-пока.